ходят женщины разные, но приятны их талии, нам приятны и руки их, ноги их и так далее. И с эпохи язычества нам милы их чудачества, нам приятно количество, но не вредно и качество. Мы готовы, покорные, исполнять их желания. Чем изящнее формы их, тем труднее содержание. И такие создания вам закатят истерику, если дать им сознание, но не дать им материю. И откроют Америку, и покажут вам Африку, если хлеб будет черненький, а не беленький к завтраку или наоборот. Вот такая мистерия, чудеса мироздания, где первично материя, а вторично сознание.